Не зможе. Этот живет в Риге, мне ему приходится берут на работу, а мама работает преподавателем сельхозов химии. Там все студенты с ним развлекаются. Вот такой поэтому есть веселый. Чувак, да ничего. Она что, пристал, надоел он мне, мать. Надоел. Белочки. Молодец, какая. Сейчас посмотрим мопсы. Сейчас гляну, подождите. Ай, зай! Ай, зай! Конечно, маленькие такие. Мне кажется, я думаю, что успеете. Далеко же вам быстро. Ну все, давайте.